Сейчас я пользуюсь вот этой линейкой. Это профессиональная линейка. Hello. It's me. Видео про мои любимчики. Ура, 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 ура! Давайте начнем с этих рук, которые мелькают в кадре. Видите, они у меня без ногтей. На самом деле я шифруюсь. Потому что последнее время я подсела на яркие ногти, на разноцветные, на всякие наклейки. И меня это очень веселит, меня это приободряет, окунает в лето, в какую-то легкость. И мне это очень нравится. Мне сразу поднимается настроение, мне хорошо. И, конечно, я каждый раз говорю себе: Кать, сегодня давай поспокойнее. Давай сегодня без вот этих вот... Давай сделаем обычные человеческие ногти. И каждый раз я срываюсь, тянусь за этими наклейками. Давайте я вам покажу. Яркие, классные, всякие тут цветные, с ума сойти, серебряные, золотые и все на свете. Набрала на сайте I'm Cosmetic. Короче, ссылку я оставлю, но будьте осторожны. Там такой ассортимент. У меня разбежались глаза, я несколько дней выбирала, листала. Там очень много, там вы будете в шоке от ассортимента. Мне кажется, что это смотрится очень-очень круто, и это по силам даже какой-нибудь отчаянной криворучки. И в этот раз я не про себя. Мои богатства, это моя прелесть, и я просто радуюсь каждый раз, когда я их достаю. Поэтому я и не могу сдержаться, и каждый раз я клею их, клею, клею, клею. На руки, на ноги. Мне это нравится, я получаю от этого удовольствие, мне хорошо. Продолжение темы рук. Я стала любить кольца. Сейчас я опять шифруюсь, как видите, у меня не так много колец. Мне очень нравится использовать много каких-то одинаковых колец. Тема звездочек. Может быть, кто-то знает, что бы это значило, когда человек вдруг начинает носить кольца, у него какая-то любовь к кольцам. Когда я была на открытии корнера Urban Decay, я открыла для себя не Naked и не какие-то там их ключевые продукты, я открыла для себя тональный крем. Он может конкурировать с моим Шисейдо, которому я была верна несколько лет подряд. Классная вещь! Это просто бомба для весны и для лета, ну и вообще. Видите, очень легкая, очень незаметная, кожа дышит. Конечно, оно не скроет какую-то там татуировку или жесткий такой прыщ, но с какими-то мелкими дефектами он справляется очень-очень хорошо, справляется с какими-то покраснениями, капиллярами, с какими-то веснушками. Оно создает очень-очень красивую кожу без эффекта маски. И, наверное, это то, зачем гоняются очень-очень многие. И, кстати, про кожу. Как-то я пообщалась с косметологом. Ну, это просто такая небольшая предыстория, ничего не значащая. Это был разговор тет-а-тет. И она мне открыла глаза. Я же всегда хожу с закрытыми глазами. Специалист мне посоветовал не пренебрегать тониками, обратить на них пристальное внимание, потому что многие недооценивают силу тоника. И знаете, она сделала это так убедительно, что я теперь покупаю тоники тут и там. Тут и там. Сейчас я начала новый флакон тоника от La Mer. Красивый такой большой флакон. Я вообще не часто делаю импульсивные покупки, я стараюсь думать головой, и мне проще почитать в интернете отзывы, сравнить, подумать хорошенько. Мне кажется, так правильно. С этим тоником было абсолютно так. Мне попался сайт, где продают люксовую косметику, ароматы и доставляют это все из Европы. Это, конечно, сперва меня немножко насторожило. Миолита. Вообще не знаю, что это. Ну и на сайте была скидка на тоник. Я взяла. Думала, что мне будет идти какой-нибудь месяц. Ну, кстати, дошло за неделю. Наконец-то научились доставлять в Россию очень быстро. Дождались в 2016 году. Но суть не в этом. Тоник. Большой флакон. Красивый. Лаконичный. Без всякой всячины ненужной. Очень-очень бодрит кожу и заставляет жадно впитывать кремы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот приблизительно так, да. Ну и что еще такого бьюти я использую сейчас очень часто? Наверное, сыворотку вот эту, я про нее уже говорила. Просто теперь мне очень нравится красить ресницы, после того, как я попользовалась ей месяц. А, еще я перешла на более легкие шампуни, бальзамы для волос, потому что тепло стало, и все остальные вот эти зимние варианты питательных шампуней и питательных масок, они как-то у меня сейчас не воспринимаются волосами, мне их тяжело использовать, мне хочется какой-то легкости, ну, вы понимаете. Сейчас я пользуюсь вот этими итальянскими
профессиональными средствами для ухода, а не специально для блондинок. Мне очень-очень нравится пользоваться чем-то таким для блондинок. Мне кажется, в этом есть какой-то магнетизм, что ли. Вот так они выглядят без коробок. Обычно же без коробок все хранят. Это я такая блогер. Что? Шампунь, он больше, бальзам меньше. Очень странное соотношение, не знаю почему. Обычно же бальзамы у всех заканчиваются раньше, чем шампуни. Может быть, они подумали, что блондинки забывают, что они помыли голову и моют еще раз, поэтому шампунь по объему больше. Очень-очень нравится сейчас пользоваться вот этими средствами для блондинок, потому что волосы легкие, объем не теряется. Все очень красиво, шелковисто, блестит. При этом удобно пользоваться. Это все с дозаторами. Красиво выглядит, тоже приятно. Давайте отойдем от темы бьюти. Я вам вместе со своим другом, веселым, озорным, включу песню, которая мне очень-очень нравится в последнее время. Hello, it's me. Это была секундочка музыкальной паузы. А сейчас я давайте вам покажу то, что я очень-очень любила носить на улицу и использовала это каждый день. Ботинки. Мне кажется, они очень классно выглядят после месяца носки, да? Абсолютно никак не пострадали. Я очень-очень переживала, что она в нога в них будет чувствовать себя как-то некомфортно, будет натирать или она будет потеть, потому что верх у этих ботинок выполнен не из кожи, в них только подкладка и стелька выполнена из кожи. Самое удивительное, что они мне ни разу нигде не натерли, они абсолютно гигроскопичны, супер обувь, абсолютно не жалею, не знаю, есть ли еще на Лоредут что-то подобное, но в целом, мне кажется, иногда можно рискнуть и взять обувь не из кожи, если внутри кожа. Или там есть перфорация, ну, что-то подобное, да? Давайте будем закругляться, я вам покажу то, что я стала использовать в последнее время очень-очень часто, а точнее, каждое утро. Я ем протеин. Давайте я вам немножко объясню, почему я это делаю, чтобы у меня там не крутили у виска, не писали в комментариях химия, там вот это вот, бла-бла-бла. Короче, когда был период такой, знаете, вот эти посты, когда еще задолго до поста, я вдруг решила, что можно не заморачиваться по поводу того, что ты ешь белок, там, не считать это все. Я могла просто поесть салатик, питалась, как по большей части, фруктами, овощами, не добавляя в свой рацион ничего белкового. И стала чувствовать себя не очень хорошо. У меня что-то как-то вот не так все было. Я пошла к врачу, и мне назначили такой какой-то список анализов. Биохимия показала, что у меня очень-очень сильно понижен гемоглобин, у меня очень-очень сильно понижен кальций, у меня очень-очень понижен белок, и все показатели. Я поняла, что нужно что-то менять. Даже терапевт, с которым я консультировалась, сказал мне, добавь протеиновые какие-то напитки, протеиновые добавки в свой рацион, потому что при помощи животного белка очень тяжело, особенно для девушки, поднять белок на тот уровень, который будет считаться нормальным. Я вернулась к своему любимому приложению Fat Secret, многие о нем слышали. Каждый день и до сих пор я записываю туда все, что я съедаю. Это мне очень-очень помогает контролировать мой рацион, поступление питательных веществ в организм. Мне кажется, это очень важно, потому что после того, как я опять стала считать белок в своем рационе, у меня улучшилось и кожа, и настроение, и ногти, и все у меня улучшилось. Где-то через недель 5-6 я повторила биохимию, у меня уже все наладилось. Немножко добавлю про протеин, как же я его ем. Один протеин я взяла подешевле, а второй протеин улучшенный. Один и второй, они не ароматизированы и не подслащены. Для меня это очень важно, потому что я добавляю его в йогурт, именно так я его и ем. К сожалению, найти где-то в Москве не ароматизированный и не сладкий протеин очень-очень тяжело. Мне пришлось заказать его с iHerb, но как-то опять там все быстро как-то теперь доставляю. В протеине, который дороже, там просто богаче состав, там больше аминокислот, он лучше усваивается, он очищенный, он лучше размешивается и так далее. На самом деле об этом очень долго можно разговаривать, на тему протеина, на тему аминокислот, как это важно для строительства новых клеток, для кожи, для волос, для ногтей. Но я просто хочу вам улыбнуться и пожелать хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра, если это утро, и до встречи в новом видео. Пока-пока!